Сегодня все такое в ледышках, все замороженное такое. Вот такие ледышки, да, Джуник? Скользко, можно на попе ехать. Еще, если больше минус ударит, то будет вообще копать. Так, смотрим. Сено такое хорошенькое, заледеневшее, обледеневшее. Сосули он какие красивые, на левадах свисают. Веточки деревьев тоже все во льду, покрыты льдом. На снегу. Лед. Все такое приятно хрустящее. А у меня вот что есть. Называется ледоходы, по-моему. Купила еще в начале зимы. Одевала один раз. Ну, не знаю. Сейчас как раз самое время проверить. Одеваем. Другая. Ну, одели. Отлично. Естественно, получше ходить. Не так скользит. Но на сильном льду... Нет, не скользит. Не идет. А назад и назад. Нормально. В общем, так удобнее будет. Коней заводить, чтобы не скользит. Кони уже на стреме собрались, ждут. Ну и зашли бы уже сами давно. Я сходила там, где совсем скользко на левадах. Не, ну помогает. Ну не совсем-совсем. Подскользнуться можно. Ириска зовет. Ириске надо такие тоже на ноги одеть. Но у нее тут я все-таки посыпала. Поэтому проваливается снег. И в носках. Там Лунтик бесится, что его да не забирают. Вот конь. Работал сегодня. Ага, конечно, работал. Еще и как. И носится там. Активный парень. Красавчик. Мальчик-красавчик. Пришли мы к Ириске. Ириска, шо ты? Она гулялась? Как тебе? Топики твои? Носочки. Сейчас поправим, пойдем. Окей. Я тебе тут всю дорожку уже солью просыпала, и она такая рыхленькая. Пошли, можно, пошли. Ножки слушаются, лисурочка такая. Не боись, потихоньку иди. Там нормально, смотри на дорожку, а ты вечно несет тебя куда-то. И вот такие у меня вон ледоходики с шипиками. Аккуратно. Ты прям побежала. Я за тобой не успеваю. Гля-гля-гля. Бабка утопила. Олениха. Говорит, ты меня достала за сегодня. То носки одевает. Все чистенько убрано. Выходим. Господи, аккуратней. Баба, раздеваемся. Мне бы было удобнее, если бы спятки. Потому что мы все контики практически ходим после сапог спятки. Вот так они выглядят. На ногах обгляются. Залет. И хлопают такие погоды. Еще бы лошадки такие надеть. Теперь у бабки вот так висит шубка красиво. И ботфорды с оленями висят. У меня, кстати, тоже вот мои копыта. Ничего, еще нормально. Смотрите, ничего не потерялось. Все хорошо. Грей пищит. Ой, открыть ворота не может. А я звала. Все, пойдем, Грея заберем.